Дорогие друзья, программа «Утро ТВ» продолжает свою работу. Буквально недавно в Екатеринбурге состоялся научно-практический семинар, который назывался «Репродуктивный потенциал России». Какой прибор поможет сохранить здоровье будущих матерей, мы узнаем прямо сейчас из нашего следующего сюжета. Здоровье будущей матери – самый важный пункт в современной женской медицине. Екатеринбург считают одним из ведущих мозговых центров в акушерстве и гинекологии. Именно поэтому в нашем городе прошел второй общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России». Здесь представили лучшие разработки в сфере женской консультации. Одна из них – управляемая баллонная тампонада Жуковского, которую уральские медики признали самой эффективной защитой женского здоровья. Екатеринбург является по сути, школой передового опыта и очень активно откликается на все новые технологии, которые внедряются. Особенно это касается областного перинатального центра, который вот работает уже 5-й год. И с момента зарождения перинатального центра областного мы, собственно, сразу старались внедрить и оснастить самыми современными технологиями. Управляемая баллонная тампонада Жуковского в 97% случаев помогает остановить кровопотерю и своевременно выявить больных, нуждающихся в хирургическом вмешательстве. Баллонная тампонада матки, еще раз повторюсь, это не хирургический метод остановки кровотечения. Он должен быть доступен в каждом лечебном учреждении, и каждая женщина, приходя на роды, должна четко понимать, мне здесь окажут помощь, а здесь не допустят большого объема кровотечения, б, я точно не погибну от акушерского кровотечения после родов и буду воспитывать своего ребенка. Управляемая баллонная тампонада – это реальное средство предупреждения кровотечения и эндометрита. Неудивительно, что практически во всех перинатальных центрах России эта система признана лучшей. Мы стали реализовывать технологии органосохраняющие. То есть мы пытаемся сохранить матку, уменьшить кровопотерю, сохранить жизнь, конечно, женщины. В 2014 году Минздравом Российской Федерации выпущены клинические протоколы по лечению основных заболеваний, в том числе по операции кесарево сечения. При операции кесарево сечения для предупреждения кровотечения вводится так называемая баллонная тампонада проводится. В современном мире врачи готовы сделать многое, чтобы избежать хирургического вмешательства в жизнь и здоровье пациента. Управляемая баллонная тампонада Жуковского – один из таких методов. Специалисты советуют – подберите для себя правильное и максимально безопасное лечение. Жизнь и здоровье будущих матерей, безусловно, одна из самых важнейших тем. Мы желаем всем нашим телезрительницам быть здоровыми.